Другая. Совсем. Ой. Да нам тут пойдем. Ту-ту-ту-ту-ту. Давай переключим. Ой. Переключим. День-день-день-день. Так, типа, фотоспышку не надо было включить, у меня без фотоспышки, вот тут вот тоже красиво, ой, видишь, такая красота, ой, ай, видишь, какая красивая. Да что ж такое, не видно ничего. Тут сюда пойти, что ли? Так, ну, так держать. Привет, привет. Ребятки. Чего хочу сказать. Вот мне просто интересно. Вот некоторые говорят... Давай устраивай батлы. Ну вот вышел я в эфир. Чё дальше? Чё-то я не вижу актива. А? Что-то не вижу актива. Батлы вот. И что? Не вижу этого. Понимаете? Смысла в этом. В интернете, в ТикТоке можно зарабатывать деньги. Не смешите меня, пожалуйста. Я не для того эфиры веду, чтобы мне деньги зарабатывать. Привет, Лариса. Привет. Красота такая. Ой. Видишь, такая-то. Всем привет, всем привет. Собачка такая вон там. Я для удовольствия веду эфиры в ТикТоке. Нормально. Как у тебя, Лариса? Как у тебя самочувствие? Чем занимаешься? Ничего, у нас такая сегодня тихонькая такая погода. 5 градусов мороза. Видишь, такая вот погода. Ой, я вот сейчас смотрю. Вот она такая. Красота. Ну, блин, в Фейсбуке лучше, конечно. Оно это нормально это передает. А тут я не знаю, как там камеру включать, что там, как фонарик включать. Хай бог милый, я не знаю. Хоть-то вспышка тоже тратится. Вечером хочу. Ой. Чего-чего? БКУ сбегать. Это что такое БКУ? Магазин, что ли? Подумаешь, буршусь. А? Ясно. А я вот гуляю, блин, в лесу. В лесу гуляю. Так, чё там? А, в Пятёрочку. Ну мы ёлки-палки, где Пятёрочка? Какая Пятёрочка? Так сокращённая, блин. Что такое? Не
Снежок. Снежок. Фух. А я сегодня приготовил печень. Ну, если кто был в эфире, знает. Привет, привет. Привет, 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 друзья мои. За лайки вам спасибо, благодарю. За вашу поддержку. Ну что такое? Я по парку гуляю. Видишь, как хорошо. Крутенько. Привет, привет. Кто там у нас? Марина зашла, что ли? Сейчас посмотрим. А, привет, привет, Люба. Привет, Любовь. Привет. На снега много. Это город Новосибирск, ребят. Видишь? Некоторые люди приходят, даже слово «здрасте» и то не напишут. А еще кто-то говорит, веди батлы, батлы. Какие могут батлы, блин? Скажите мне, пожалуйста. Какие могут батлы? Да. У людей и так денег нету, чтобы кидать деньги. Я не попрошайка. Как-нибудь проживу. Если захочет человек, отблагодарит. Не захочет, не отблагодарит. Как говорится, я никогда не составляю. Правильно? Я ж никого не заставляю. Кидать мне подарки. Лайки можете. Господи. Я без тебя не могу. Видишь, как хорошо, красиво у нас снежок такой. Смотри, снежочек такой. Просто блестит, блестит. Елочка, елочка, елочка. Все время пытаюсь это сделать, как сказать. Как сказать, как сказать. Тут же так и говори. Днем выйти. Так и днем я делал другой эфир, в Ютубе делал. Да. В Ютубе делал. Привет, привет, Олег, да? Олег. Олег. Сейчас посмотрим. По-моему, Олег. Мы же, я ж не виноват. У каждого, как говорится, свое. Собачка такая бегает, смотри. Привет, привет. Это чё? У тебя новый этот? Видишь? Классненько такое. Красота. Нар, а, нар, это что такое?
Я не знаю. Минус такой, это красивый снизок. Привет. Всем привет. Ай, холодный, холодный, холодный. Холодный, холодный. Тает, тает. Видишь? Кто заходит, тех приветствую. Вон, видишь, вот такая. Вон она. Видишь, вот такое. Красота. Они все боятся. Заходить, выходить. Ай, холодный собак. Да. В Новосибирске 7 вечера. Мы гуляем. По парку Березовая роща. А еще мы ходим финской ходьбой. На-на-на-на-на-на. На-на. Бегает. Здрасте, 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 здрасте. Нормально так вот. Тырым-пырым. Кстати, Лариса, я вот этот рецепт видел, который делал Сэмвилл. Там другой этот блогер. Тут же столько называется... Другие это. Видишь, такая тонкая, тонкая. Тырым-пырым, да. Как говорится, не каждому дано. Я не блогер, я просто его создание. Правильно? О, не, рука такая, вот видишь, такая красная, красная, красная линия. Я сейчас, знаете, что решил? Я делаю крем сливки, 33% сгущенка, плюс какао. А, какао. Я хочу сделать тортик, как Севка делал. Вот. Как Севка делал. Такого у меня торта еще не было. Кстати, печенье такое вкусное получилось, как... Такие вот советские, не помните? Советские такие, видите? Советские. Коржики такие. А вот как вот делать вот эти вот песочные кольца? Надо посмотреть тоже. Любой корж или печенье смазать. И... А, картошка. Видишь, такая красота. Видишь, красота же. Привет, привет. Здравствуй, здравствуй. Друг сердечный. Это кто? Надюша, привет. Надюша, да? Наденька, да? 47. Здрасте. Здрасте всем, кто присоединяется. А мы гуляем по парку. Березовая роща.
В городе Новосибирске. Ты замороженные ягоды берешь? Замороженные ягоды у меня дома есть. У меня вишня замороженная. Потом что еще? Жимолость замороженная. Смородина замороженная есть. Своя. Ну, из своего огорода, я имею в виду. Видишь, какие елки? Вам не видно елки, да? А, я же не рассказал, что я решил-то. Чё я решил? Я так думаю, подумал так вот. Теперь, если я буду куда-то заходить, ну, на какой-то там канал, да, я только буду писать «Привет». Написал «Привет» и вышел. И все. Чтобы не быть кем-то, чтобы никто не укорял меня, как я веду. Некоторые говорят, вот, как вот, знаете, на моем канале гадости могут писать, да? А, ну так, смородина, вишня, на дно пиалы, сверху крем и в холодильник. А? Ну-ну. Это тоже хорошо, кстати. Тоже хорошо. Вкусно будет. Ой, я ко всем захожу. Ко всем захожу и некоторым, например, кому-то не нравится какое-то там слово, да? От этого прям, знаешь, прям от этого истерика у этих людей. Прям, знаешь, прям истерика. Прям, знаешь, вот готовы головой биться об это, об стол. Я-то ладно, ёлки-палки. Я вот кроме слова «привет» никому даже не напишу больше. Вот. Мало ли что, какие люди. Вдруг кому не понравится слово «здрасте» или «привет». Некоторым слово «здрасте» не нравится. Правильно? Я вот так думаю. Пиши свое коронное, тырым-пырым, растопырым. Ой, Лариса, вот это слово как раз тоже кому-то не нравится, понимаешь? Дай-ка. Здравствуйте. Кто это? Кто-кто? А, тоже. Лицо не открыто. Здравствуйте. Здравствуйте. Здравствуйте, как у вас дела? Откуда вы? Все хорошо. У вас как дела? Ничего, нормально. Сейчас это громкость. Нормально. Гуляем по парку. К Новому году готовимся. У тебя уже темно, что ли? Ой, у меня уже сколько времени? 1:08 уже. Ух ты. Ну. Город Новосибирск. Надо себе показать-то, блин. Потому что меня никто не видел. У нас-то еще 3 часа. Я себя переключил. Ясно.
Ну а так ничего. Вы из какого города? Ушел уже. Господи. Прямо, знаешь, пиши через автопереводчик. А, через автопереводчик. Вот видишь, сразу люди убегают. Убегают, господи. Давай переключим, чтоб меня не видно было. Люди некоторые боятся лицо свое показать. А я-то чё? Я уже, знаете, мое лицо уже всем известно. Всему городу, всему миру, наверное. А и мы гуляем. Как по-немецки, Guten Tag. Guten Tag, Guten Tag, я люблю тебя. О, привет, привет. Вот 45. Такие ники, я вот, знаете, я иногда не соображаю. У меня в голове дурман какой-то. В ТикТоке вот ведешь эфиры, да? И думаешь. А по ту сторону есть же люди, которые тебя смотрят. В батлах могу только слегка подержать, а? Батлы слегка, но лайком. Особенно мне надо, чтобы лайком меня поддерживали. Привет, привет. Я теперь... Я не знаю, конечно, как некоторые люди это все делают. Я в батлах не хочу участвовать. Я помню, я в этом один раз где-то участвовал на Mail.ru. Там раньше трансляции шли. Ой, господи. Там курочку делают. Вот я опять тут и вернулся. Я опять вернулся. И опять к этой к елочке вокруг. Я без тебя не могу. Привет, привет. Давай. Вон она, смотрите. Давай вот так вот. Красная, черная, красная, белая. Вот. Очень красиво. Пойдем. Фух, красота же. Красота, лепота. Привет, Маринка, да? Маринка. Да. Пойдемте дальше. Тут лыжи можно выписывать. Пойдемте дальше. Гуляй, гуляй, это чу, друзья мои. Там снег чистить. Ходят люди. Привет, кто там? Что за чудо, что за привет. Красиво, очень как дела? Здравствуйте. Маша, тебе, пожалуйста. У нас просто урок. Как обидно. Как обидно. А, отойду ненадолго. Пойдем к А что не на уроках? Маш, давай. Вот. Новый год, мы в новом году. Новым годом мы желаем новый успехов. Год, друзья. Побольше новый год. Успеха. Уроки надо делать, учиться. Отметок отличный, побольше лыжи, побольше снега. Хотите покататься? Дальше. Где коньки взять? Дальше, восторг. Где коньки? Сколько тебе зрителей? Нового года, какая? Участие, Максим.
Вас поздравим от души, будете еще вот напоминать, дни всего хорошего. И теперь вы все уходите. Ты, подружка Никита, заберете, во-первых. Пойдемте дальше. Ой. Я что хочу сказать? Я больше принимать не буду. Трансляцию свою. Чтобы не портили мне. Еще, как говорится, школу, в школе сидеть. Ой, есть такая. Вон она. Ай, холодный. Сказка, прям. Новый год настает. Да, чтоб не портили мне это. Стрим. А то елки-палки. Только и думают, что стрим попортит. Ой. Тырым-пыры. Хорошо-то как. Живи, властвуй. На это, накатайся. Я тоже, наверное, в следующий раз возьму, буду кататься. Фух, хорошо-то как, господи. Я вот так и буду делать. Хотите побаловаться? Ну, милые мои, балуйтесь на своих стримах. Я вот так думаю. В стримы никого не принимаю. И вот, знаете, только серьезных людей, которые могут пообщаться, поговорить, да, вот таких я могу принять. А вот если дети там со школы или еще с чего-нибудь, я их не буду принимать, сразу говорю. ТикТок за это по головке не погладит. Ёлочка, песенка такая была. Ёлочка, ты маленькая метёлочка. Да, ёлочка. Привет, милые мои. Очень извините. Ай, у меня прям руки мёрзнут. Звездочка такая, красота. Ёлочки, холодно зимой. Нет, красота. Как песенки поются. Ёлочки, холодно зимой. Её укрыли прямо весной. Да. Смотри. Светит вот так вот. Я люблю снимать. Так что вот. А, я же, блин, не докончил мысль. На моих стримах тоже. Я что хочу сказать. Вот в Ютубе, да? Лучше в моих стримах молчать. В Ютубе. Не надо ничего писать. Слово «привет» написать. Я так думаю. Обижайтесь на меня, не обижайтесь. Ирина Зубкова. Правильно, так. Сколько мы гуляем? Руки мёрзнут. Ничего.
Погода хорошая, кстати. Отлично. Люди, люди, на верблюде. Как некоторые. Ты же ведешь стримы? Да, я веду стримы. Чё толку-то? Некоторые ведут стримы. И чё? Трансляции. Ой. Мне надо эту варежку одеть. Сейчас варежку одену. Подожди-ка, одену. Да, мне мама разрешила. Так, как? Я вместе. А, все, верно. Тут. Так. Видите, там елочки уже укутали. Ну, чтоб не украли их. Снег такой классный. Там еще кафешечка, смотри. Такой вот домик. Домик. Видишь? Березка прямо. Красота. Ивановна. Давай. Я без тебя. Очень мало людей. Гуляй, живи хорошо. Лето, где ты, лето? Так, сколько я минут гуляю? 19:15 уже. Сопутствующую удачу. Сейчас мы вот туда пойдем. В этот. По дорожке. Баня, вон туда, в кафе. Упс. Кто у нас там? Вон, в этот. Кафешечка. Есть. Там очень страшно. Очень-очень страшно. Темная ночь. В этом кафешечке мы гуляли. Белая, бирюза была же у меня. Короче, вот такая вот. Видишь, какие эти красивые. Красивые это.
И, конечно, рябина классная. Но я потом вам покажу. Днем. Днем покажу обязательно. Сейчас я днем не покажу. Ой, сейчас же не день. Я без тебя не могу. Кто-то скажет, кто-то не скажет. Березки такие классные. Тырым-пырым-пырым-пырым-тырым. Ай, какая красота. Дыши, дыши. Вот я так думаю, что я ничего не хочу. Мне и так хорошо, мне и так прекрасно. Живу себе, доживу. Да? Красота, красота. Попасть вон там, смотрите, какая красивая темнота. Я люблю темноту. Я вообще вампир, блин. Ночной. Люблю ночью ходить. То есть вечером или в такое время. Да-да-да, там бегают. Чуваки бегают и бегают. Короче, надо заканчивать наш эфир спокойненько. Там вот смотри, мужик. Я тут уже всех знаю. И меня уже тут знают, что я хожу с камерой и снимаю. Видишь, какая красота. Снег, снег кружится и тает. Сейчас я еще пройду. Короче, вот так вот. Нет, давай вот так вот пойдем. Чем красиво в этом парке и запоминающе, ребят. Миш, красота же. Хочешь ты красоту, получишь ты красоту. Это я потом днем сделаю эфир. Видишь, красотища. Вон с собачками. Шишка. Белки спят уже. Белки спят. Ничего им не делается. Короче. Короче, дело к ночи. Вот они. Днем, конечно, красиво. У меня есть трансляция. Это на моем канале на YouTube. Снежная сказка называется. Я весь тебя
Да-да-да-да-да, видишь, красота. Я все равно гуляю, так как собачка. Да. Давай вот сюда пойдем. Тут они проходили мы. Сегодня мы не проходили мы тут. Вчера не проходили. Это наш театр. Тут у меня уже 12 гигабайтов осталось интернета моего. Это наш театр. Евразия называется. Раньше ДК строитель был. Ты. Ой, видишь? Амадей будет московский парфюмер. Амадей парфюмер, друзья мои, вот. Видите, будет. Это когда? Фестиваль с 4 по 18. Вот. Вот. В Москве, по-моему, вот, 14-15, ну, уже все прошло. Наш Евразия. Кстати, 22 января, начало в 17 часов, Евразия. Вот это вот. Мертвые души. Можете сходить и вот концерт станет участником. Короче, вот так. Еще концерт у нас тут. Точки. Все там. При входе наденьте маску. Елочка такая. Сегодня концерт просто. Вот, кто хочет, может набор есть. Попеть, потанцевать. Курочка такая красивая. Новогоднее шоу. Там елки продают, кстати. Вот. Все, милые мои. Давайте-ка я закрою эфир. Пойдем домой. Ой. Пойдем. И домой пошли. Никого я приглашать в эфир не буду. Я считаю, это никому не надо. Мне за это денег не платят, чтоб я в эфир кого-то приглашал.
жить в России. Там вот такие маленькие двухэтажные домики. Это трехэтажный такой старенький. Такой. Тут раньше трамваи ходили. Вот. Сейчас метро ходит под землей. До Золотой Нивы. Я без тебя не могу. Домик тот. Вот автобус начал ходить. Не, я, ребят, я не обижаюсь. Ну, что хочу сказать, но укорять меня не нужно. Это я для Ютуба говорю. Кто ошибка? Вот именно. Некоторые же укоряют. Вот и такой, вот и сякой. А у себя на эфирах. Мол, ты это не говори, ты это не то не пиши. Привет, привет. Солнце, свет. Так что вот. Березка, березочка моя. На-на-на-на-на. Хороший эфир. Добрый. Смотри, какая красота такая. Такая отлично, отлично. Смотрите, какой домик. Светильнички такие. Красота, лепота. Все, мин, мы пойдем домой, хватит курлыкать тут. Замечательно, видите, мне нравится. Мне нравится тут такая красавица. А мне нравится. Видишь, такая вот красота какая. Короче, всем пока. Любви вам, удачи. Сейчас я еще запечатлю. О, чтобы сократить. Ой. Чтобы сократить. Ай. Вот она такая красота. Красиво. Дочка Попова. Ёлочки-метёлочки. Короче, всем пока. Давай-ка. Ой. Как ангел, господи. Смотри. Ой. Господи, прости, конечно. Такой. Я без тебя не могу и ничего. Такая, смотри. Короче, вот так вот. Все, милые мои, всем пока, любви, удачи. До свидания. Такая.